Ярославская православная гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова отмечает свой 10-летний юбилей. Это самая молодая и единственная православная школа в городе. О том, какой ей удалось стать за этот срок и в чем еще предстоит вырасти, в следующем репортаже Дарьи Завьяловой. В центре Ярославля есть Казанский женский монастырь, а напротив находится единственная в городе православная гимназия. Сегодня этой школе исполняется 10 лет. Эта цифра не столь большая, но тем не менее она очень значимая. Она символизирует стремление ярославцев вернуть город к своей вере. Когда-то в Древней Руси первые центры образования тоже находились при монастырях. Из игуменского дома до Казанского собора пара шагов. Там собрались все классы, учителя, родители. Для учащихся православной гимназии молебен давно уже стал привычной формой начала праздника. За эти 10 лет школа, принимая каждый год все больше учеников, выросла в 3 раза. Но главные правила остались неизменными. Классы не очень большие, но они сделаны для того, чтобы действительно каждого ребенка научить найти подход, чтобы окормлять его не только с образовательной стороны, но и прежде всего, конечно, с духовной. Труд директора и педагогов не остается незамеченным. Я учусь в гимназии уже 2-й год. Мне гимназия нравится своим уставом и строгостью порядка. В этой школе очень маленькие классы. Если в других школах классы по 30 человек, и раз в месяц ученика спрашивают, и они все плохо учатся. А в этой гимназии спрашивают по несколько раз на уроке. Впервые вижу такую школу, где можешь задать вопрос без всяких, что задашь вопрос, и тебе скажут, что это тупой вопрос. Там немного человек, поэтому спокойный класс относительно тоже. Учителя добрые. И тоже каждому могут понять, потому что народ немного. В школьной жизни много интересных моментов. Интересно, в школе есть студия «Детектив», киностудия. А что ты в ней делаешь? В ней я в нее хожу, и мы снимаем кино различные, небольшие. Посылаем их на разные конкурсы. Руководитель кино- и телестудии Олег Свободин дарит школе огромный творческий импульс. Начиная с простых игр и тренингов, его ученики постепенно становятся режиссерами, операторами, репортерами. Как настоящий творческий человек, Олег Владимирович не может не стремиться к идеальному образу православной гимназии. Лично очень хочется, чтобы православная гимназия была гордостью вообще города. И чтобы, когда звучало имя Ярославской губернской гимназии, все говорили: да, мы знаем, это крутая школа, это классная школа, мы бы мечтали и хотели в ней учиться. И для того, чтобы это было на самом деле так, вот мне кажется, гимназия должна быть, ну, в числе лидеров во многих неучебных направлениях. Это и кино, и театр, и спорт обязательно. Поздравляя, митрополит Пантелеймон отметил главную особенность православной гимназии. Здесь ребята становятся гражданами и земли, и неба. Если вдуматься в эти слова, то можно поразиться ни с чем не сравнимой ответственности, которая лежит на этих учителях. Ведь им приходится быть для детей не только проводниками в мир, но и к Богу. А здесь недопустима никакая формальность.